Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 10 по 17 ноября. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов, а называется оно «Скорость Арахнида». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Скорость» 30 раз. Ну а для выполнения техники вам достаточно просто разогнать свой автомобиль до максимальной скорости. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Новая паутина». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Сквозь игольное ушко» 20 раз. А для выполнения техники вам необходимо проехать между двух автомобилей. Если выполнять эту технику на большой скорости, то можно приноровиться и проехать между двух автомобилей даже на большом расстоянии друг от друга. За следующее испытание можно получить 50 тысяч опыта, а называется оно «Максимум яда». Чтобы его выполнить, вам необходимо или вступить, или создать чемпионат и завершить его, либо просто зайти в дополнение Hot Wheels и завершить гонку там. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Глаза паука». Чтобы его выполнить, вам необходимо создать или вступить в совместную кампанию. Кстати, спасибо Гэнди за то, что откликнулся, и Владу за то, что помог пройти испытание. Уж последнюю гонку я точно не забуду. А потребуется от вас завершить 4 совместных гонки. Ну а главный приз за этот Форзафон – это Porsche 918 Spyder. Ну а на этом все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Форзафон, который стартует 17 ноября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!